Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре Bluetooth гарнитура Remax S3. Гарнитура поставляется в оригинальной упаковке. На боку находится голограмма. Открываем коробку. Внутри находится гарнитура и наушники. Внутри находится комплект силиконовых накладок, USB кабель с логотипом Remax, гарантийные талончики и инструкция на английском языке. Если вы хотите внимательно ознакомиться с ней, можете нажать на паузу. Извлекаем устройство наружу. Наушники, которые идут в комплекте, среднего качества звучания, но само устройство воспроизводит музыку с минимальными искажениями. То есть, чтобы услышать качественное звучание, необходимы и качественные наушники. Длина кабеля 40 см. На разъеме имеется логотип Remax. Внешний вид наушников довольно неплохой. Гарнитура имеет красивый дизайн. Алюминиевую панель, пластик Soft Touch. На обратной стороне находится хорошо продуманное крепление. Это стальная клипса, которая вращается вокруг своей оси с очень крепким зажимом. Сбоку находится кнопка включения и две кнопки громкости. Ими же можно переключать треки. Подключаем наушники. Наушники заходят довольно плотно. Включаем устройство. И должны мигать два светодиода, красный и синий. Это значит, что устройство готово к сопряжению. В дальнейшем устройство будет подключаться автоматически. Теперь давайте посмотрим, как выглядит устройство изнутри. Открывать будем с помощью пластины 0,7 мм. Проходим по периметру и пытаемся вставить ее между панелью и корпусом устройства. Отщелкиваем клипсы. При разборке у нас неизбежно отломается 4 крепления, которые находятся по углам. Плата прикручена тремя винтами. Откручиваем винты. Теперь можно поднять плату. Здесь мы видим аккумулятор. Теперь нужно вынуть аккумулятор, но при этом его не погнув. Хорошее качество пайки. Чип Bluetooth Iron, стандарта 4.1, радиус приема до 10 метров, с возможностью подключения к двум устройствам одновременно.
Чип поддерживает быструю зарядку аккумулятора с емкостью до 400 мА, но в описании гарнитуры о емкости аккумулятора ничего не указано. Тем не менее, продолжительность автономной работы соответствует описанию. У меня устройство проработало более 8 часов. Я использовал наушники Samsung, которые шли в комплекте с моим телефоном. Собираем устройство обратно, устанавливаем переходник под кнопку. Теперь возвращаем аккумулятор на место. Самое главное при установке – не деформировать аккумулятор. Теперь подведем итоги. Производители подошли серьезно к разработке этой гарнитуры. Очень хорошее качество звучания, при условии, если использовать качественные наушники. Продолжительность автономной работы – около 8 часов. Хороший дизайн, качественные материалы, хорошая сборка устройства и компонентов. Хорошо продуманное крепление с мощной стальной клипсой. Устройство хорошо крепится за одежду. Это хорошее решение для занятий спортом. А на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезным, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал.